На протяжении последних 24 часов сильный лесной пожар пытаются потушить вблизи Афин. Лес загорелся в 30 километрах от греческой столицы. Сообщается, что, несмотря на усилия пожарных, огонь подступает к домам близлежащего города Кератея. Из-за сильного ветра пламя охватывает все новые участки. На помощь уже прибыли военные. Сейчас на месте работают 46 пожарных машин и 2 вертолета.